Спартна. Русский вебинар. Переключаюсь. Так, друзья, здравствуйте. Алекс на связи. Давайте проверим сначала, насколько меня слышно, видно. Как у вас со связью, как у меня со связью в вашу сторону. Всем привет, 10+. Вот он наш платинкоин. Красавчик, красавчик. Вот. Наш бокс с нами. Так, отлично. Питер слушает. Я в Дубае нахожусь в нашем офисе. Мы тут недавно на самокатах катались по офису. Нормально. На электро таких. Ух, красота. Вот. Да, представляете, офис, на котором можно ездить на электросамокатах. Вот это круто. Так, друзья, сегодня будет интересный вебинар, поэтому приглашайте всех. Сегодня я вам покажу, почему нужно... Открою немножко занавес, как вообще у нас все устроено, что вообще происходит с новым продуктом, насколько старые продукты действительно интересны, да, наши митинг-юниты – это просто кланясь. Вы просто еще не ощущаете, вот сегодня после этого вебинара, я уверен, вы пойдете и возьмете себе всех, вот сколько сможете, всех затаритесь, как говорится, митинг-юнитами. Так, ну что, начнем. Давайте сразу, каким фломастером писать, зеленым или красным? Мне кажется, красный получше видно. Как вы скажете? Ну да, красный или лучше черный. Сейчас подожди. Или синий. Давайте попробуем. Какой вино лучше? Наверное, все-таки синий, да? Синий, отлично, хорошо. Раз синий, так синий. Да, сегодня картинка во весь экран. Так, отлично. Синий, да. Ну что, друзья, всем привет из солнечного, душного Дубая. Жарища стоит неимоверная. Сколько у нас сейчас? Сейчас мы вам покажем, сколько градусов у нас сейчас в Дубае. Вчера было 35-36. Сейчас, 34 градуса. Да, но опять же, сейчас в Дубае 8 часов вечера. Ладно, друзья, без долгих предисловий, поехали. Цвет настроения синий, да. Смотри, у нас сегодня вебинар будет посвящен тому, какие продукты в компании сейчас есть и какие продукты приходят на рынок. И почему нужно покупать и затариваться старыми продуктами. Хотя, это знаете, вот как вам сказать, вот будет... Новый iPhone 10 сейчас придет, и у меня в руках 4. Почему мне еще нужно покупать 4, если сейчас 10 будет? На самом деле у всех сейчас такая мысль в голове. Но мы не iPhone, мы круче. Мы не просто технология. iPhone сам по себе не приносит вам ничего такого, кроме ощущения, радости, именно владением этого продукта, использования. И, конечно, там лучшая камера. Видели, сейчас новый вышел. У него сейчас не одна камера, а целых 3. Ну, я попробовал его, конечно, разницы не увидел. Но, опять же, не об этом речь. Кто-то его все время ждал и обязательно его купил. Смотрите, друзья, что у нас сейчас происходит. У нас есть старые наши... Видите, меня что-то чуть-чуть обрезает. Давайте вот так вот я сделаю. Вот так, чуть-чуть. Вот так. Отлично. Смотри, у нас есть, так, где у меня граница, вот она у меня граница, и вот тут у меня граница, вот тут, отлично. Смотрите, друзья, что у нас сейчас есть? У нас есть наш митинг-юнит. Для новичков, я думаю, что новички тоже есть, у нас сейчас в компании происходит прям революция. Мы придумали продукт, который сейчас... взорвет в прямом смысле всю криптоиндустрию. Я думаю, что из наших почти 400 тысяч пользователей, которые у нас присутствуют,
в следующем году будет как минимум 5 миллионов, а может быть даже больше активных пользователей, не зарегистрированных. И вот как мы собираемся этого добиться. Мы идем действительно с нашей монетой, с нашим платинкоином на лидирующие позиции, потому что то, что есть у нас, то, что мы сейчас приносим на рынок, нет ни у кого. Если бы биткоин или другие коины могли хотя бы половину того, что я вам сейчас покажу, им бы цены не было. Но это сделать практически невозможно, удалось только нам, поэтому смотрите, наблюдайте. Итак, друзья, что мы имеем? У нас есть наш старый минтинг юнит, который находится на блокчейне. Да, вот такие здесь у нас блоки, которые четко находятся на блокчейне. Которые четко находятся на блокчейне и у которого компания, мы, вот она компания красивая, хорошая, заполняет PLC в этот Minting Unit, в наш продукт, и он начинает производить, и в результате выдает на рынок, а точнее нашему пользователю, PLC-шки. И здесь, конечно, следующий шаг нашего пользователя – это то, что он, конечно, хочет, и опять же, не просто куда-то, а он выдает в кошелек. Да, вот так вот он. Вот так. Теперь наш пользователь, конечно, получив определенное количество монет, думает, куда бы их деть. Да, их надо по-быстренькому. Ну, надо же использовать, нужно получить приятные ощущения, нужно что-то купить. Может съездить, может положить, почувствовать денежку. И поэтому он их несет на маркет. Ну, маркет это я имею в виду рынок, не маркетплейс, а рынок. И там уже происходит плюс-минус обмен. Да, там уже начинается, вот она, начинается торговля. Но проблема вся в том, что вот эта струя слишком большая. Ну, во всяком случае, пока. И поэтому наш пользователь, вот здесь он грустный, видите? Он грустный. Почему? Потому что спрос у рынка, ну, давайте сделаем, ну, вот такой вот горшочек, да, вот спрос у рынка, он маленький. Сюда заходит большое количество. Люди хотят в рынок. Мы видим, что, ну да, есть трейдеры, есть немножко биржи приторговывают. В принципе, маркет-мейкинг происходит, да, делание рынка. Но к рынку же относятся, что относятся? Там ATM-ы, относятся сторы, там, магазины, относятся там шопы всякие, e-commerce, да, e-commerce и тому подобное. Вот куча всего, все, что принимает крипту, там, поездки, там еще что-то. И на самом деле сейчас ситуация такая, что она у нас вот, ну, совсем маленькая. Да? Потому что нету сейчас, на самом деле для всей крипты, нету сбыта, нету этого рынка. Куда вы поедете, в какую поездку за тот же биткоин? Биткоин сейчас упал на 2000, все в шоке. Да, рынка сейчас такая, и весь рынок опять трясет. Это значит, а что такое, друзья, когда падает биткоин? Это, я вам говорю, миллионы людей, что они сейчас делают? Теряют деньги. Наши пользователи что сейчас делают? Не теряют деньги. Они нормально дышат, у них все хорошо. Вот этого адреналина падения ни у кого нет. Итак, вот мы сейчас, например, создаем такую картинку. Уж извините меня, у меня по рисованию была круглая пятерка. Но это было по Германии, в Германии, а она немножко перевернута, и 5 это не очень хорошо в Германии, да, хорошо 1, а вот 5 не очень. Так, ну опять же, что еще? Поэтому у нас сейчас ситуация такая, и поэтому все пользователи, видите, я откровенно с вами говорю, вот прям жесткие вопросы, которые у вас сейчас в мысли, я их вам озвучиваю. И все пользователи недовольны, видите, недовольны, потому что ну, ждут, пока компания построит инфраструктуру, пока компания окрепнет настолько, что может себе позволить
ничего не бояться, ничего, нигде не ставить никакие ограничения, лимиты, открыть рынок и дать людям наслаждаться свободой, которая несет с собой криптоиндустрия, криптовалюта. Но просто так, знаете, чудес же в мире не бывает. Это все система, да, и ее нужно строить. И вот этим мы и занимаемся. Что мы говорим? Мы сейчас, потому что вот так вот выглядит мир сегодня, сегодня. Теперь мы говорим, друзья, у нас появился еще один продукт, который мы построили точно так же. А этот продукт, почему мы его оставляем? Потому что он красавчик. Он работает почти 2 года на рынке, без проблем, без сбоев, разрешенный регуляторами. Не будем сейчас сдаваться. Да, и мы работаем на немецком рынке, на швейцарском, на австрийском, на русском. 2 года прошли уже все проверки. Вы видите, как работали, так и работаем. Все красиво. Даже в том же Дубае, который сейчас немножко критично относится к криптовалютам, все классно. Теперь смотрите. Поэтому зачем мы должны отдавать этот продукт, если он настолько проверенный, классный и, в принципе, аналогов ему нет. Он находится на блокчейне, он абсолютно у людей в руках, он позволяет нам децентрализацию преследовать. Да? Ну и, конечно, самое главное его качество – это легальность. Он легален. Все, теперь, раз этот продукт легален, мы не будем его снимать с производства, мы сделаем следующее. Мы говорим, вот эти PLC, друзья, они у нас заканчиваются, мы не можем их больше загружать. Все, осталось там около 6 миллионов, все там 5 с копейками, и все, их больше нет. Все, продукт не будет, не может он больше производить ничего. Что теперь делать? Нам-то нужно работать дальше, команды строить, рынки открывать. Мы говорили, мы хотим... Вообще, какая миссия у PlatinCoin? У PlatinCoin миссия стать... Так, сейчас мы выключим эти пикалки. Секундочку. У PlatinCoin миссия стать массовым коином. Мы хотим, мы разрабатываем именно массовую технологию, то, что обычно криптовалюте не удается, поэтому они скатились в эти спекулятивные бизнес-модели. Посмотрите, ну нигде не используется криптовалюта в массовом каком-то виде, да никто и не пытается на самом деле этого достичь, потому что у всех комьюнити просто нет. А та комьюнити, которая есть у биткоина, она настолько разрознена, сидит где-то в темных местах. Ну хорошо, не вся, не будем тут говорить про биткоин, но на самом деле нет этой организованности, нет этой сплоченности. Или вы когда-то были на последнем ивенте биткоина? Даже на конференциях, которые посвящены биткоину, там жесточайшая конкуренция. Все пилят этот пирог как могут. Никто не строит рынок, они его пилят. А мы его строим. Как теперь мы собираемся строить это наш рынок? Мы говорим, продукт красавчик. Зачем мы его будем отдавать? Мы делаем так, что мы говорим пользователю, пожалуйста, покупай себе этот продукт сам. Пусть он у тебя будет привязан к твоему кошельку, и он принадлежит на 100% тебе. Все, он твой. Это твой матрас дома, под который сейчас ты положишь денежку, который будет тебе приносить какие-то проценты. Каких процентов мы пока не говорим, даже если вы там что-то посчитали, никому ничего не говорите, ждите официальной информации. Это очень важно, потому что дайте запустить продукт. Я знаю, что я вам раньше об этом рассказываю, я обычно не должен этого делать, но я хочу, чтобы вы поняли этот продукт. Я хочу, чтобы шанс, который сейчас вам дается, вы ни в коем случае не упустили. Потому что потом, когда мы запустимся, быстро полетим, и вы скажете, а как же, Алекс, ты нас не предупредил, не дал нам возможность разобраться. Вот я даю вам возможность сейчас разобраться за несколько месяцев. И вы приходите и говорите, у меня есть коины. Значит, вы можете купить этот продукт. А еще коины вы можете положить сюда. Сами заполнить. И он начнет работать. И будет работать именно ваш кошелек. И причем на протяжении 10 лет.
Представляете, 10 лет будет машина в вашем кошельке работать на вас. Вы можете, вот вы работаете на работе. Во-первых, первое правило. Ну, вы же сами знаете, когда вы работаете, ну, многие из нас все равно работают за зарплату. И когда вы работаете, извиняюсь, на чужого дядю, у вас не остается времени, чтобы зарабатывать деньги. Ну, вы же работаете весь день. Откуда время? Да, дополнительно надо время. А тут еще семья, еще и нужно отдохнуть, и завтра снова рабочий день и тому подобное. Из этого не вырваться. Вы можете заболеть, вы можете уехать в отпуск, устать в конце концов, выйти на пенсию или еще что-то. Вот эта машина не спит, не дремлет, не болеет, ни на какую пенсию не выходит. Работает 365/24/7. В течение 10 лет каждый день говорит хозяин, хозяин, посмотри в кошелек, я принесла тебе подарок. И каждый день, не месяц, каждый день ваш кошелек, ваше личное владение, можете делать, что хотите. Теперь мы говорим, вот эти PLC вы заполняете. Если вы берете, вот здесь вот ставите плюс, сами делаете, и вот здесь сами делаете, я сейчас не буду исходить из четких чисел, то при том обороте, который компания делает сегодня, Мы создаем дефицит 78 миллионов PLC в год. Это примерно 78, это абсолютный дефицит, когда все хотят, а ничего нет. Помните то время, когда вроде есть деньги, вроде хочешь купить, приходишь в магазин, но нет, не достать. Вот это примерно такая же ситуация, когда сейчас, и она начнется буквально уже через несколько месяцев. Как мы только запустимся, вы увидите, насколько начнет машина закручиваться. Я почему говорю? Я переговорил уже практически со всеми лидерами. У них глаза вот такие, а если у наших лидеров глаза вот такие, вы сами понимаете, что это будет. Тем более, здесь может зарабатывать каждый от 22 PLC. Это порог входа. От 22 PLC может каждый человек начинать использовать наши технологии. Причем, что мы эти 22 PLC в течение 3 лет обязуемся вернуть, и если человек недоволен нашим сервисом. То, что мы возвращаем, многие уже знают, многие сказали, что многие уже нам написали, сказали: «Алекс, мы там ошиблись, передумали, там верните наши средства». Один письмо в суппорт и ушло. У нас, конечно, с возвратов 0,001%. Никто ничего не возвращает, никто никого не уходит. Мы рады для нас. Вот если вы будете возвращать, для нас это подарок. Почему? Потому что вы помните, что вначале было. Каждый аккаунт, который сказал, я хочу свои денежки обратно, мы с таким удовольствием отдаем, потому что мы понимаем, что сейчас происходит. А опять же, ну, вы сами, я думаю, умеете считать. Теперь, что это значит? Давайте мы не будем это фотографировать. Вы, я думаю, уже все увидели. Что это значит? Вот мы не будем сейчас этого человечка, мы сейчас не будем этого человечка стирать. Вот он, красавчик. Что это значит? А это значит следующее. Представьте, что мы запустили наш продукт. Вот он. Мы его запустили. И в этот продукт создает 70, давайте так, мы не 78, мы будем считать в месяцах. Год это слишком долго, в месяцах. 8,6 миллионов PLC в месяц. Да, этот продукт создает при нынешнем нашем обороте, я не говорю за новые рынки, я вообще не говорю за тех, кто сейчас увидит этот продукт, у него будут вот такие глаза и все зайдут. Тем более у меня еще есть три стратегии, о которых я скажу, где мы, ну хорошо, давайте мы об этом сейчас не будем говорить. Итак, 8,6 миллионов PLC спрос, это значит жуткий спрос на 8,5
ПЛЦ в месяц. Теперь спросим, а откуда они будут идти? Вот откуда будут идти ПЛЦ? Вот, ну, они же должны откуда-то поступать. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть обучающие пакеты, да, первые, которые там тоже что-то капают, да, обучающие пакеты, ОУ. Так вот, друзья, из этих ОУ сейчас поступает в месяц, чтобы вы понимали, в месяц 104 тысячи ПЛЦ в месяц. 104 тысячи из всех обучающих пакетов, которые у нас есть, в месяц поступают на рынок. Нет, исправлюсь. Поступает к пользователям, которые не обязаны нести ничего на рынок. Это сначала в кошельки поступает. Сколько из этого идет на рынок, ну вот давайте разберемся. Теперь у нас есть наши МУ, наши MultiFuel. Так вот, друзья, если вы думаете, да, у нас мультимиллионная компания, у нас сотни тысяч платных аккаунтов, но система, почему вот наша система настолько, помните, я говорил, надо завернуть систему так, чтобы у курса не было другого варианта, как идти лестнице. Вот я сейчас вам расшифровываю, что я имел в виду. Вот она, вот мы заворачиваем, вот мы закручиваем нашу систему так, невозможно ничего сделать, потому что из старых пакетов 104 никойно больше в месяц не капает. Невозможно. Да? Кранчик из кранчика больше не льется. Вот только это число. Теперь наши MultiFuel. Это 220 тысяч ПЛЦ в месяц. Итого в сумме у нас получается, сейчас мы это уберем, так, получается 320 тысяч в месяц. 320 тысяч в месяц есть возможность получить. И опять же, это идет к этим человечкам в воле сначала. Вот она. Но человечек еще грустный. Почему? Потому что, ну да, поступает ему 320 тысяч, а дальше что? А там очень просто. Посмотрите, вот здесь зажигается красный большой цвет. Да, вот мы сейчас его красным нарисуем. Красный светофор. Внимание, внимание, спрос превышает предложение. И причем здесь идет 8,6 к 0,32 миллиона. Да, это вот такая у нас. 8,6 миллиона спрос, 0,32 предложений в месяц при нынешнем сейчас раскладе. Теперь пользователи говорят, да что мы сумасшедшие, что ли, отдавать вот эти вот, это же наша субстанция, которую мы сейчас, в принципе, в эти новые машины и положим. И вот они возьмут, и это будет их самое правильное решение, потому что если у них уже есть эти коины, зачем им идти куда-то что-то покупать, доставать? Логическое решение, как с боксом, к примеру, да, вот с нашим боксом, положить все сюда. И, ну, потому что новый продукт, например, будет работать там 10 лет, коин работает там, бокс работает дольше, приносит проценты сверху. Зачем отдавать это, если можно в течение чего-то выстроить себе, внимание, пассивный доход? Вот как выстраивается пассивный доход. С новым продуктом вы все сможете выстроить нормальный, понятный, прозрачный, как минимум на 10 лет пассивный доход, а может быть даже и дольше. Как это происходит сейчас? Откуда будут происходить еще коины? Ну, это на самом деле, это дополнительное, но опять же, он сначала поглощает, потом дает. Это наш marketplace, который мы, кстати, мы сегодня делали демонстрацию, мы внутри смотрели, поднимали уже полностью весь функционал, так что marketplace у нас будет вот такой. И marketplace, конечно, но пока у него ноль.
И теперь вопрос. Если у нас спрос 8,6 миллионов на 0,32, как будет себя чувствовать вот этот человечек? Он будет чувствовать себя прекрасно. Почему? Потому что здесь даже не 1 к 10, да? На 10 это 3, на 20 это 6, на 30, в 30 раз практически превышает спрос предложения. И это невозможно, вот это уже число, которое невозможно изменить. Оно не будет больше. Оно будет больше, только если мы больше сдаем в аренду минтинг юнитов. Но, друзья, их осталось вот, вообще почти. Вот что еще, да? Компания. Вы думаете, компания? Компания коины не дает. Не будет давать компании никаких коинов. Почему? Их потому что просто нету. Вы же помните, вот это все должно было быть 100 миллионов PLC. Нету у компании больше коинов. Единственными источниками коинов будут люди, у которых есть минтинг юниты и обучающие пакеты. Обучающих пакетов нету, да, вот этих, ну, которые в пендинге, а минтинг юниты еще есть. Поэтому, друзья, и это будет на протяжении следующих минимум 3 лет, пока последний минтинг юнит не закончит выдавать свои коины. Что потом начнется, ну, вы сами можете себе представить. Теперь мы говорим, раз этот человечек хороший, у нас есть, конечно, маркет. Да, это наш рынок. Что ему от этого рынка? Да очень просто. Он сможет менять туда-обратно свои PLC как хочет. Без ограничений, в любое время дня и ночи, через автоматику. Помимо этого, мы выстраиваем нашу инфраструктуру, еще здесь внизу, сейчас я покажу, да, нашу инфраструктуру с нашими ATM-ами, с нашими POS-ами и с нашими эксченджами и так далее. Ну и, конечно, Marketplace, где вы сможете покупать, продавать все, что вы сейчас продаете, покупаете в чатах, только актуально. Параллельно мы идем во весь мир и говорим, друзья, наш коин приобретает силу. У нас, пусть у нас будет 5-10-20 миллионов юзеров. Да, пусть у нас будет 5-10-20 миллионов пользователей. Мы идем к любой площадке, вот просто к любой, и говорим, вот наши пользователи. Они используют PLC. Давайте интегрироваться. И мы будем интегрироваться в сторы, в магазины, в площадки, в мобильные операторы. И все, что живешь, все, что делает жизнь человека живой. Путешествия, звонки, все, еда и тому подобное, да, какие-то коммунальные вещи. Вот это вот все. Аргумент простой. У нас 5, 10, 20 миллионов пользователей. Вот к этому мы сейчас идем. И как только у нас будет, друзья, 20 миллионов пользователей, мы станем коином номер один. Номер один на рынке. Причем тем, которые не падают, как вот сейчас, вот, знаете, 2000 потерял, 3000, 10 тысяч потерял. Но это несерьезно. Это, конечно, для трейдинга и для спекуляций хорошо, и многие бы разорвали меня сейчас на маленькие кусочки, но наша цель не сделать так, чтобы было 20% победителей, 80% проигравших. Мы хотим, чтобы наша вся комьюнити была победителем. Вот в чем задача. Почему я бьюсь об эту стену? Потому что я не хочу в комьюнити у нас иметь проигравших. Буквально еще пару месяцев. Я думаю, что эти пару месяцев есть у каждого. Я знаю, что мы все устали немножко. И что мы прошли долгий путь. Но на самом деле тут после Дубая 1,5 года прошло. Поэтому не такой уж и долгий. Да, там, вкладчики Амазона 10 лет ждали, чтобы он стал хотя бы в ноль работать. Поэтому... И теперь смотрите, какая ситуация. Теперь ситуация такая, что вот этот человек, у которого есть минтинг юнит,
и обучающий пакет. Единственный ресурс – это как в пустыне. Есть куча людей, да, все высохло, они все хотят пить, у них вся жажда есть. А есть один человек, у которого есть колодец посередине пустыни, с которого он может черпать, которого, да, он может не бесконечно, но вот он что-то может оттуда достать и напоить. Как вы думаете, сколько будет стоить стакан этой воды? Когда, вот мы сейчас в Дубае, да, вот представьте, вот мы выезжаем в пустыню, там, если нет воды, все, да, там очень-очень серьезная сейчас температура. Вот. Поэтому вот эти люди, у которых сейчас минтинг-юниты, у которых сейчас в первую очередь минтинг-юниты и будут тем ресурсом, из которого исходят коины. И весь мир будет стоять и умолять вас поделиться с ними хотя бы чем-нибудь. А вы будете думать, давать им или не давать, или если давать, то по какой стоимости. Вот почему я говорю, что наша комьюнити не будет ничего терять. Вот эту систему я закручиваю. Я закручиваю ее так, потому что слишком большая разница, слишком сильная разница в спросе и предложении. И это делает наша система, не какая-то сторонняя. А теперь представьте, сколько платинкоинов потеряется в магазинах. Ну, потеряется, я имею в виду, вот в нашем собственном маркетплейсе, когда за платину вы сможете покупать от носков до домов, до квартир, яхт, самолетов, вертолетов. Вот вы сможете все, ну хорошо, может быть, не на нашем сейчас маркетплейсе, хотя, я думаю, такие мерчанты у нас найдутся. Теперь представьте, сколько коинов здесь будет оседать. Понятно, они будут меняться, но это же тоже время. Пока прошла сделка, договора. Этот человек, который хочет купить, их держит, значит, их нет на бирже. И нет на ченджере, нигде нету. Вот. Кстати, про ченджер, вот здесь человек будет менять не по курсу биржи, он будет по нашему индексу менять, который не падает вниз. Значит, на бирже, давайте будем спекулировать на бирже, не проблема. На бирже курс сами будете понимать какой. Потому что если нету воды в колодце, ну, нужно искать другой колодец, да, и ты готов за любой стакан свежей воды заплатить в 2, в 3, в 10 раз дороже. Это важно. Поэтому, а мы будем открывать, конечно, на новый продукт придет, да придет вся Африка, придет весь Вьетнам, весь Таиланд, вся Корея, вся Азия, придут наши страны, на русскоязычные страны. Придет Европа. Такого продукта на рынке нет. Прозрачного, легального. Кстати, скоро вы узнаете, но нам сегодня подтвердили адвокаты, и мы скоро это покажем, что по двум из трех пунктов мы просто красавчики. Третий пункт тоже, но там осталось галочку поставить. Я уверен, что и третий пункт будет крутой. И если третий пункт будет крутой, то мы получим официальную бумагу от адвокатов, что наш продукт на территории Германии легален. И тогда мы взорвем этот рынок. Так, потому что на наш продукт можно прикрутить все. Финансирование машин, финансирование квартир, покупку всего. Вот понимаете, представьте, что у вас, ваш доход не кончается. Это свойство пассивного дохода. Никому не удается его толком построить, если не инвестировать в недвижимость. Опять же, сейчас такие цены, что ну, долго это окупается. Все, да? 10 лет там надо платить, чтобы выйти в ноль или 20, а потом только это все делается. Опять же, а потом же только окупается. С нашим новым продуктом у вас будет просто вот из-за этой разницы, вот из-за этой разницы. Машина, которая делает спрос. А вот это вот все, куда мы пойдем, будет этот спрос увеличивать. Мы внедримся в каждый ATM. Если не будет ATM-ов, поставим свои. Вы видели, мы это можем. Мы сейчас этим и занимаемся. Наши посттерминалы тоже в производстве. Мы их, вот допустим, мы сейчас планируем по Европе легально их расставить. Как вы думаете, как будет, если за платину можно будет купить сумку, не знаю, Gucci или Chanel. Как на это отреагируют посетители из Китая?
Вот как вы думаете, если можно будет легально за крипту купить сумку Шанель или там Луи Виттон или еще что-то? Поэтому, друзья, вот эту систему мы строим. И она у нас техническая, готова с технической стороны. У нас еще есть некоторые нюансы, у нас все запчасти к этому есть. Мы запустим наш продукт в этом году. И у вас есть уникальная возможность вот стать вот на эту сторону, на сторону тех, кто будет давать, кто будет обеспечивать рынок. Когда вот это закончится, да, вот это уже закончилось. Когда и это закончится, у компании так и так ничего нет, создастся совсем другая лихорадка и истерия на рынке. Это будет похлеще любого биткоина. Поэтому сейчас что нет истерии? Почему курс падает? Давайте посмотрим сейчас, вот какой курс у битка. Почему нет истерии? Он же упал, в принципе, надо покупать. Больно, больно. 7 500 евро, да, это в долларах, я сейчас не могу сказать. 7 500 курс был вот недавно, 9-10. Жесть. Опять же, вот наша система, и я говорю о том, что у нас сейчас минтинг-юниты заканчиваются, и я предлагаю вам стать тем человеком, кому придет весь мир просить коины. Будут умолять, клянчить, выпрашивать, предлагать неимоверные условия, только бы вы с ними поделились этим живучим дигитальным продуктом. Даже как не живучим, а живительным дигитальным продуктом. Вот и все. Вы будете короли, которые владеют ценным ресурсом, которого больше нигде нет. Конечно, здесь еще будут, единственное, что будут участники нетворк-маркетинга, которые будут комиссию тоже получать в платинкоинах. Но откуда они ее будут брать? Вот отсюда, да, вот из этого. Вот будет часть, конечно, возвращаться, но опять же, 78 миллионов PLC, вот это, 78 миллионов PLC уже посчитано с условием новорожденных коинов, с условием всех комиссий, которые мы заплатили в платине. Мы посчитали уже с учетом того, что у компании останется. А у компании еще классная вещь. Представляете, компания, вот у нас, представьте, миллиардная компания. Да, сейчас мультимиллионная, с нуля на мультимиллионную. Да, с обороты там очень такие. И теперь представьте, сколько у компании, например, на счетах денег. А теперь представьте, что вместо денег или дополнительно к деньгам еще и коины лежат. Они же лежат. Компания не торопится их продавать или куда-то деваться, потому что 40% все равно от этого остается у компании, да, по маркетинг-плану. Вот от этих 22, о которых я говорил. Поэтому это мы еще здесь не учитываем, да, что компания, мы учитываем то, что компания сразу все продает, а если компания еще не будет, то еще 40% к этому можете приплюсовать. Вот, ну хорошо, давайте мы, так как у нас осталось 20 минут, ответим на ваши вопросы, спрашивайте, но сильно глубоко не копайте, потому что не могу я пока вам все рассказать, я и так нарушаю тайну, но я хочу, чтобы вы сейчас больше с этим разобрались. Поверьте, друзья, Minting Unit, и вот мы сейчас покажем вам акцию. Игорь, подготовь, пожалуйста, слайд, который идет. Вы поймите, это просто золотой грааль, потому что когда, да, оттуда капает мало, но оттуда капает, а у других вообще не капает. И взять им неоткуда, и они, хочешь не хочешь, придут к вам. Вот и все. А вы будете думать, продавать или не продавать, может подержать еще годик-другой, а может просто самостоятельно положить в свою собственную вот такую вот маленькую дополнительную фермочку или в боксик спрятать. И пусть оно добывает. Вот. Теперь бокс, друзья. Бокс, если вы думаете, что бокс будет уступать этому продукту, вы сильно ошибаетесь. Во-первых, этот продукт, ну, может будет на рынке год или два. Может год, может меньше. Мы же не знаем сейчас.
Может, другой продукт придет. А бокс это точно, это то, что у вас уже есть в руках. Это то, что вы получили бесплатно, то, что работает со сложным процентом. Здесь нет сложного процента. Здесь нету сумасшедшей такой, как вы думаете, боитесь инфляции или перезаполнения коинов. Нет, там все посчитано, там есть лимиты, никуда лишний процент не уйдет. Сейчас, кстати, два математических института уже приступили к проверке нашей модели, один в России, другой в Германии. Я надеюсь, что скоро мы предоставим вам очень классные модели развития нашего курса. Мы сами не будем считать, я его тоже знаю, но не могу я вам его озвучить. А вот математические университеты, да, вот я не знаю, как сказать, на Лершталь, на русском, математический факультет, наверное, это правильно, они дадут оценку хорошую. Поэтому, а бокс ожидает апгрейд. Наш бокс станет не просто боксом, он станет еще дигитальной версией бокса, которая, сами понимаете, что такое дигитальный бокс, который живет, ну, никак не год и не 10. Хорошо, давайте. А, вот хороший вопрос. К чему будет привязан курс в дэшборте? Друзья, курс привязан будет к тому же, к чему он и сейчас и привязан. Это продажа минтинг-юнитов. Чем больше у нас оборот, тем больше курс. Опять же, поймите, свободный на биржах свободный курс. Хотите трейдинг, хотите большую маржу, хотите поймать волну успеха именно на бирже, никто вам не мешает. Мы откроем все биржи. И на самом деле мы сейчас еще листимся на нескольких. Одна из них очень-очень сюрприз ждет. Я думаю, что вы когда увидите, не поверите, что мы там залистились. Но опять же, не будем сейчас об этом. В чем продукт, в чем разница между продуктом новым и боксом? Ну, во-первых, конечно, новый продукт сейчас может показаться в первую очередь, с первого взгляда, прибыльнее, чем бокс. Но бокс, поймите, это то, что у вас стоит дома, это то, что завтра не отключит, это то, что завтра не перестанет минтить, добывать и тому подобное. Знаете, тот прошло 10 лет, и что? Я понимаю, что мы сейчас говорим о 10 годах. Но, во-первых, у многих людей, которые уже имеют много коинов, и у них есть бокс, они не станут покупать новый продукт, возможно. Потому что ну, у них и так все есть. А это на самом деле большое количество людей. И вы не забывайте, что с ноября не будет никакого бокса. У новичков бокса никакого не будет. Поэтому бокс здесь исключительно ваша личная привилегия, и он ожидает дигитальную версию и еще пару хороших таких апгрейдов. Ой, друзья, я не могу вам сейчас рассказать, но вот эти вот старые, то, что у вас лежит в пендинге, они будут заходить в экономику очень круто. Прямо очень. Но это уже другой вебинар. Давайте мы сначала там все подготовим. Я вам хочу сказать, что от пендинга при таком спросе, да, пендинга никакого очень-очень быстро не будет. Вы не помните, не подгоняйте немножко. У вас есть полтора года еще на самом деле, чтобы его весь сбыть. И я очень сильно планирую в эти сроки, которые я в Дубае 36 месяцев назвал, уложиться. Но я вам точно говорю, если у нас есть эта система, то вы можете быть уверены, что и план для пендинга, и для всего, что сейчас в заморозке, у меня однозначно есть. Он входит в нашу расчетную систему. Поэтому, друзья, если у вас еще нет минтинг-юнита или недостаточно, вам он обязательно нужен, используйте акцию, потому что скоро начнется реальная жара. Вот прям все пересохнет, и все придут к вам за живительной влагой, да, за живительным дигитальным продуктом. А на каком этапе будет расти монета? Ну, во-первых, на бирже вы сами понимаете, как это происходит. Раз и полетели. Просто нужно быть внимательным и вовремя следить. И опять же, вам без разницы с новым продуктом будет, потому что растет она, падает,
Вы, конечно, можете поучаствовать, но я уверяю вас, возьмете новый продукт, положите его на 10 лет, он будет, самый кайф нового продукта в том, что он у вас в руках, у вас все, ничего у компании нет, нигде ни у кого нет, есть только у вас. Завтра передумали, все продали, вышли, послезавтра снова вернулись. Абсолютная свобода, абсолютная власть над своими ресурсами. Да, что касается маркетинга, с 1 октября мы чуть-чуть адаптируем наш маркетинг уже на первый продукт. Мы об этом скоро вам обозначим. Так, что происходит с токеном на CoinsBit? Друзья, не волнуйтесь, у нас все хорошо. Мы приостановили наш IO, поэтому мы скоро дадим вам официальную информацию. Все нормально. У нас просто свои планы на мессенджер. Он никак не связан с Platinum Coin, поэтому на это сейчас не обращайте внимания. Это совсем другой продукт, часть нашей инфраструктуры, но к нашей бизнес-модели вот к этой сейчас не относится, потому что у мессенджера есть свои вызовы, и мы должны с ними тоже справиться. Сейчас речь идет чисто действительно об этом. Но зная меня, я вас уверяю, вам не о чем волноваться. Так, планирует ли компания открыть свободно, продавать новый продукт? Да, друзья, как будет поступать новый продукт на рынок? Все просто. Мы сначала пустим, если останется старый продукт, продукт новый и старый параллельно. Вы сможете ознакомиться, посмотреть, и это очень важно, чтобы я хочу, чтобы вы... Понимаете, я понимаю, что есть запуск компании, раз и полетел. Но в данном случае я хочу, чтобы вы ознакомились с нашим продуктом, поняли, насколько он классный. И все вот эти отзывы в интернете, кто-то что-то знает или еще что-то, все это глупости. Да, нам сложно, да, мы новый перспективный проект. Были сейчас, ну, 3 года назад. Сейчас все классно. Компания работает в 120 странах, сотни тысяч пользователей, мегапродукт, которого вообще нигде нет, который признан легальным. Ну, друзья, что я могу вам сказать? Когда курс будет 50? Я думаю, когда мы сделаем его 50, все вместе с нашими общими усилиями, так он сразу и будет. Да, ну, что я вам могу на это сказать? Прогнозы математики буду давать. Я вам по этому вопросу ничего сказать не могу. Мы заявляем о возврате через 3 года тех 22 PLC. Опять же, вот эти PLC, которые лежат у вас, вот эти вот, да, которые лежат в вашем кошельке, они уже ваши. Нам их возвращать не надо, вы их нам не отдаете. Мы говорим, что мы возвращаем вам, с учетом, конечно, того, что накапало, да, если вам накапало 100, мы должны вам 20, но ничего вам возвращать не будем, потому что, ну, вы в плюсе на 80, да, но имейте совесть. А если, конечно, вам накапало там 5 или там 2, вы купили за 22, конечно, разницу 20 мы вам возместим, не проблема. А если вы вообще ничего не получили, конечно, мы вернем вам 22 в течение 3 лет, и это будет прописано в условиях соглашения нашего сайта, поэтому у вас все будет в письменном виде. Так, сейчас, по старым продуктам и по тем, как оно капает и выводится, опять же, старые продукты причислены именно к минтинг юнит. Они превратились в минтинг юниты. Вот это на самом деле, да, обучающий пакет, это тоже минтинг юниты. Просто немножко другого образца их можно назвать МО, обучающие, так, не МО, тогда МП, МП, нет, подожди, ОП, кого я пишу. Сейчас, обучающие ОП, МУ. Да, обучающие пакеты в Minting Unity превратились своего рода. Поэтому, друзья, поэтому так сейчас и происходит. Но для них, поверьте мне, как только заработает эта система, у тех, у кого
старые пакеты, да, обучающие пакеты были, и у кого в пенинге, вы просто не понимаете, что у вас там лежит, насколько это мощно и насколько это будет играть вам положительную роль, как только запустится наша система. Когда вот эти 8-6 миллионов станут в соотношении к 0,32 миллионам, да, с 30-кратным различием. Не могу сейчас вам все рассказать, потому что некоторые вещи нужно подтверждать еще адвокатами, лицензиями. Вы чуть-чуть еще, вы так долго ждали, наберите чуть-чуть терпения. Ожидания 100% не напрасно. Так. Когда будет рассылка по странам? На самом деле скоро. На самом деле скоро. На 10 лет это долго. Мы хотим быстро и много. Друзья, вы не поняли. У вас возможность будет, смотря, еще раз, вам не нужно 10 лет ждать. Вот представьте, что у вас денежка лежит под матрасом. И она же уже у вас будет лежать под матрасом дома и год, и два, и пять. Просто на нее капает хорошая такая премия, потому что она у вас лежит дома под матрасом. Вам не нужно будет ее, эту денежку, на которую будет, никуда вкладывать. Ну, я имею в виду активно, вот, чтобы вот как сейчас вы взяли Minting Unit, и вот он 3 года капает, и вы привязаны, и в принципе сначала вам нужно ждать. А я имею в виду, что с новым продуктом все по-другому. Конечно, есть 22, например, если маленький самый взять, есть порог входа, но опять же, друзья, все в этом мире не бесплатно. Летите, вот я лечу в Дубай, билет тоже стоит денег, отель стоит денег, офис стоит денег, все в этом мире стоит денег. И опять же, вот я прилетел в Дубай, мне же билет за самолет никто не возвращает, не возвращает. А мы вам говорим, не понравился вам наш полет, пожалуйста. Не понравился, не хотите, никто не держит. Но я думаю, что желающих уйти будет до никого. Поэтому давайте дальше. О, есть название, но я пока его вам не скажу. Как это будет работать с налогами, друзья? Это будет отдельно рассматриваться по странам, но примерно точно так же, как это сейчас работает с биткоином. Хорошо. Так. Хорошо, друзья, через 9, через 8 минут у меня уже начинается немецкий вебинар, потом английский, поэтому давайте отпускать меня. Я надеюсь, что презентация вам понравилась. Посмотрите еще раз вот на это. 8,6 миллионов к 0,32, при тому, что сейчас компания делает. Сейчас. Я не говорю о новых рынках. Единственные ресурсы, единственные будут, это Minting Unit, которые сейчас вот еще есть, да? Вот они сейчас зачеркнуты, они еще есть. Игорь, покажи, пожалуйста, нашу акцию. И мы на самом деле сейчас до следующей пятницы продлили, но опять уже с минимальными, да, 2 и 4. Если у вас еще нет, или вы, если вы хотите стать вот этим человеком, который снабжает весь рынок, вот сейчас вот это идет, это уже не остановить. Это вот так вот и делается, потому что наша система под это заточена. И я не говорю о том, что это когда-то будет. Просто если мы сейчас, все, что мы сейчас делаем, просто поймите, да, вот человек, у него есть зарплата, у него есть, например, не знаю, там 1000 в месяц, 5000 в месяц, 10000 в месяц, и она у него каждый месяц поступает, без разницы, в чем он ее получает, в биткоинах, в латинкоинах, в евро, в рублях, 5000, например. Ну, понятно, там курс, но я говорю про доллары. И теперь мы просто перевести это на платье, мы просто переведем, и получаются эти цифры. А вот это источник живительной дигитальной влаги для всего рынка, который сейчас пересохнет. Мы его иссушим.
до последнего. А я лично поеду во все страны. Мы уже планируем ивенты в Монголии, в Казахстане. Мы планируем ивенты в России. Мы планируем сейчас ивенты в Латинской Америке. В Европе я уже сказал. Мы поедем везде. Большие, хорошие ивенты от 5000 и выше. Поэтому, друзья, мы понесем после Дубая флаг PlatinCoin во весь мир. Поэтому пользуйтесь нашей акцией, заходите в наш продукт, приглашайте новичков. Осталось последние месяцы, счет пошел на месяц. Все, друзья, я убегаю. Всем большое спасибо. Пока. PlatinCoin. The time is now.